Приветствуем всех, кто любит кошек или хотел бы их полюбить. Меня зовут Светлана Павлова. Сегодня я расскажу о самой замечательной породе, которую я очень люблю, о мейн-кунах. Светлана, ну замечательный совершенно кот у вас на руках сидит. Давайте его представим зрителям. Это молодой котик, ему только годик с небольшим. По паспорту его зовут Персеус Бетте Бест энд Найс Войс. Домашнее имя Персей. Вот Персей очень красивый. Скажите, а то, что он рыжий, для вас какое-то особое значение имеет? Сейчас уже имеет. Раньше мы совершенно не обращали внимания на красных котов. Было предпочтение голубым, черным, черепахам. Но когда появилось это чудо у нас дома, мы просто не смогли от него отказаться и влюбились в него. То есть это рыжее солнышко, оно теперь ваш фаворит? Это теперь самый любимый мой кот. Понятно. А почему вообще вы пришли к этой замечательной породе, к мейн-кунам? Как это случилось? Всю жизнь у меня были кошки, но однажды я в интернете увидела эту породу и решили с ней познакомиться, сходили на выставку. Мы просто были очарованы этими большими гигантами, и первой появилась у нас кошечка. И какое-то время пообщавшись с ней, мы поняли, что лучшего просто животного и быть не может. Ну вот, у вас всегда были кошки, и вы пришли к этой породе. А чем мейн-кун отличается, на ваш взгляд, от любых других кошек? Ну, во-первых, это сразу бросается в глаза его размер и, конечно же, сливочный характер, который никак не ассоциируется с его размером и грозным видом. А как они ведут себя дома? Вот что вам нравится в вашем персике, в его поведении, общении? Мне очень нравится, что вообще мейн-куны, они ненавязчивые. Они очень любят находиться рядом с хозяином, они участвуют во всех делах. Если ты сидишь, смотришь телевизор, он сядет рядышком и тоже будет смотреть. Если вы идете готовить обед, он также сядет рядышком и будет наблюдать то, что вы делаете. Светлана, давайте на примере персика, Персея, покажем стандарт породы. Какими должны быть мейн-куны? У мейн-кунов очень крепкое тело, мощный костяк, сильная мускулатура. Длинное тело прямоугольной формы на длинных сильных лапах. У мейн-кунов на подушечках есть пучочки шерсти. У них должна быть большая голова, уши высокие, широкие в основании. Расстояние между ушей не должно превышать расстояние самого уха. У них должна быть квадратная коробочка с хорошим переходом и сильным подбородком. Хвост у мейн-кунов должен быть длинным, доставать почти до головы. Шерсть у них струящаяся. Начиная с головы, шерсть короче. Ближе к задней части шерсть должна удлиняться. Мне очень нравится, что у мейн-кунов на ушках есть кисточки, напоминающие кисточки рыси. Мейн-куны очень добрые, легко уживаются со всеми животными, с другими кошками и даже собаками. Я очень люблю эту породу и ни за что на свете не поменяю на другую. Ну что ж, Светлана, персик прекрасный кот, очень нам понравился. Давайте мы его отпустим и покажем нашим зрителям кошку. Покажете? Конечно, покажем. Давайте, отпускаем персик. Thank you.
что ж, у нас в плане помимо персика появилась и кошка со своей хозяйкой. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Анастасия Приходько. Вы тоже заводчик Кунов? Я заводчик Кунов. А представьте, пожалуйста, свою красавицу. Вот эта красивая, замечательная кошечка, моя любимая девочка, ее зовут Бета Бест Милана. Дома я ее просто Милана называю. А скажите, какого она возраста? Эта девочка молодая, ей 2,5 годика. Но у нее уже есть котята. У нее есть котята, у нее уже не первые котята. Она уже 2 раза у меня стала мамой. Замечательных котят, которые сейчас выставляются, занимаются выставочной карьерой. То есть помимо любимцев выступают еще и достойными представителями породы мейн-кун. У нее очень красивые глаза и очень оригинальный окрас. Вы специально подбирали такой рисунок? Смотрится потрясающе. На самом деле случайно получилось, просто я в нее влюбилась. Это девочка от моей первой кошки Бетти. Вот. Действительно оригинальный окрас. Назвала Миланой, потому что у нее на личке вот рыжая часть, похожая на Италию. То есть, если посмотреть на карту мира. Сапожок. Да, сапожок. И я решила в честь этого выбрать город Италии и назвала ее Милан. Настя, ну а все-таки поподробнее о характере вашей кошки. Вот, чтобы наши зрители поняли, какая она. Поподробнее, ну, Милана справедливая, добрая, умная. Всегда преданная, очень любит меня, любит проводить свободное время, ну, то есть свободное, как кошки мейн-кун, они не навязчивые, не назойливые, то есть она выбирает момент, когда у меня есть свободное время, и когда у нее свободное от ее многих дел, вот, и приходит, дарит ласку и любовь, то есть она чувствует, что я хорошо к ней отношусь, люблю, и тем самым дарит то же самое мне. А можно сказать, что ваша кошка – это кошка для души? Да, это без сомнения кошка для души, для любви. Просто замечательная девочка, представитель породы мейн-кун. А скажите, Настя, она эти свои волшебные качества личные на котяткам тоже передает? Да, она очень хорошая мама. С самого младенчества она, как ястреб, за ними наблюдают, то есть, чтобы никуда не убежали. Они же котята, как маленькие дети, да, то есть, и норовят погрызть какие-нибудь проводки, что-нибудь поесть, все, что не попадя, да, то есть, за этим она сидит свысока, наблюдает, контролирует, чтобы, не дай бог, что-то там не запутался, не зацепился, никто не съел. Если что, сразу бежит на помощь, зовет меня, и мы уже бежим с ней на перегонки к котенку.
Светлана, ну, честно сказать, я не вспомню, когда мы снимали 13 котят в одном плане. Расскажите нам о своих котятках. Ну, здесь у нас два помета, одним котятам 2 месяца, другие немножко помладше, на 10 дней. Котятки уже сами кушают с месяца, кушают сухой корм, кушают мясо, уже приучены к лотку. Мы их этому не учим, их учит мама. Ну а скажите правду, любите, когда котята появляются? Приятно с ними возить? Конечно, приятно. Они у нас как детишки. Ну, тут оборудована целая комната для котят. Это вы специально так делаете? Да, у нас котята находятся отдельно от других кошек. Ну а есть кто-то среди этих котят, по вашему мнению, кто будет очень хорошего вида, шоу-класса? Ну, по таким маленьким сложно пока сказать. Они очень быстро меняются, могут поменяться как в лучшую, так и в худшую сторону. Но все равно мы высматриваем таких. Таких котят мы не продаем. Понятно, оставляете для себя шедевры. А скажите, как люди относятся к вашим котятам? Вот я представляю себе человека, который хочет котенка и попадает в это обилие котят. Вот у них шока не бывает? Ну, обычно у нас уже спрашивают определенного окраса. Мы всегда приглашаем в гости, чтобы смотрели, знакомились с котятами. И очень тщательно мы сами отбираем новых владельцев. То есть стать владельцем вашего котенка не так просто? Конечно, не так просто. Мы выбираем самых лучших, самых добрых, самых любящих. Светлана, а в каком возрасте обычно котят в новые дома отдаете? В новые дома котята переезжают примерно в 3,5 месяца после всех сделанных прививок. А есть у вас среди именно этих котят какие-то фавориты, любимчики? У меня любимочка вот эта девочка. Она когда была маленькая, она самая первая бежала, когда видела, что мы подходим к котятам. Светлана, ну, просто полюбили мы ваших кошек, котов и котят, конечно, особенно. В заключение, что-нибудь нашим зрителям пожелаете, кто, может быть, думает о том, чтобы завестись котенком этой породы? Каждый из этих котят в будущем превратится в большого, ласкового, красивого кота, который будет вашим другом. Попробуйте познакомиться с мейн-кунами поближе. Встретимся через неделю. Оставайтесь с нами. Монжо – это итальянская компания, фамильный бизнес. Мы производим продукты для домашних животных уже более 50 лет. Наша компания начинала свою деятельность с птицефабрики. Мы производили мясо птицы и начали делать продукты для домашних животных на его основе. Вся продукция Монжо делается из свежего мяса, сразу упаковывается, без добавки каких-либо консервантов и улучшителей. Мы защищаем свой продукт и предохраняем его от порчи при помощи процесса высушивания и экстракта розмарина. Продукты Монжо производятся только из натуральных ингредиентов. Это категория супер-премиум. Они стоят чуть дороже, и мы гарантируем, что, потратив немного больше средств, вы получите качественный натуральный корм без всяких добавок, который в то же время не оказывает вредного влияния на здоровье кошек и собак и не вредит окружающей среде. Мы гарантируем качество Монжо, а кошкам и собакам нравятся наши продукты. Они показывают высокую поедаемость в многочисленных тестах и исследованиях. Мы уверены, что российские кошки и собаки полюбят продукты бренда Monge так же, как их любят кошки и собаки Италии. Дайте вашим питомцам попробовать. Buon appetito! Ветеринарная клиника «Центр» на Цветном бульваре. Весь спектр ветеринарных услуг 24 часа в сутки. Высококлассные врачи, современное техническое оснащение, особое отношение к каждому пациенту. Москва, Цветной бульвар, дом 11, строение 1. Здоровье в центре внимания.
Я бы хотел вам рассказать сегодня о тех неприятных неожиданностях, которые вас могут подстерегать в новогодние праздники. Вас и ваших питомцев. Все мы знаем, что Новый год – это достаточно шумный праздник. Хлопушки, фейерверки, петарды и так далее. Многие животные вот этих взрывов новогодних очень сильно боятся. Поэтому, если вы решили в новогоднюю ночь отправиться погулять, я вам советую не брать с собой на прогулку ваших питомцев. Потому что нередки случаи, когда от взорвавшейся хлопушки или петарды собака срывается с поводка, убегает и после этого попадает под машину, или просто убегает, и владелец все новогодние праздники занимается поиском пропавшего питомца. Для того, чтобы не быть голословным, буквально в прошлые новогодние праздники к нам поступила собака, которая схватила зажженную петарду, и эта петарда взорвалась у нее во рту. Это привело к катастрофическим последствиям, и я еще раз призываю вас быть бдительным. Или, опять-таки, в прошлые новогодние праздники произошла очередная классическая ситуация. Собака, испугавшись взрыва фейерверка, сорвалась с поводка, убежала и попала под машину, получив очень серьезную травму, и провела в нашем стационаре практически все новогодние праздники. Слава богу, все закончилось благополучно, но тем не менее, как вы понимаете, проблемы могут быть гораздо более серьезными. Здоровье в центре внимания. Многие животные, находясь дома, все равно продолжают бояться новогодних взрывов. Поэтому, если вы уже сталкивались с такой проблемой, позаботьтесь об этом заранее, придите на прием к вашему лечащему врачу и посоветуйте, какие препараты имеет смысл принимать для того, чтобы собака спокойнее перенесла новогодние праздники. Вторая довольно-таки существенная проблема, с которой может столкнуться ваш питомец, это угощение со стола. В новогодние праздники у всех хорошее настроение, и владельцы стремятся поощрить и своих питомцев в том числе, и скармливают со стола большое количество продуктов, которые, к сожалению, не очень полезны для ваших животных. И в нашей клинике очень часто мы занимаемся лечением последствий подобных пиршеств, когда животные поступают с отравлениями, с рвотой, диареей и прочими неприятными признаками клиническими. Поэтому я вас прошу уделять внимание этому вопросу и старайтесь не злоупотреблять лакомствами с новогоднего стола. Здоровье в центре внимания. Третий очень важный момент – это новогодние игрушки. Как правило, в новогодние праздники у вас скапливается дома большое количество елочных украшений, каких-то других атрибутов, которые украшают ваш стол и интерьер. И зачастую бывает так, что животные с большим интересом относятся к новым предметам. Это в первую очередь касается кошек и украшений новогодней елки. Да? Вы должны понимать, что если у кошки что-то попадает в рот, выплюнуть она это уже не может и вынуждена проглотить. Поэтому, если, не дай бог, она будет играть с новогодними елочными украшениями в виде дождика или мишуры, попав в рот, вот эти новогодние украшения оказываются внутри кошки, попадают в желудок и потом равномерно распределяются по кишечнику, вызывая его обструкцию, то есть закупорку. И извлечь эти предметы можно только при помощи хирургической операции, которую кошка переносит довольно тяжело. Будьте бдительны и обращайте внимание за такими вещами, как новогодние украшения. Это, кстати, актуально и для собак, потому что собаки
могут зачастую также проглотить какую-нибудь новогоднюю игрушку или новогоднее украшение. В некоторых случаях нам удается извлечь этот инородный предмет при помощи эндоскопии, если он находится в желудке. Но, к сожалению, не всегда это удается, и иногда приходится прибегать к хирургическому вмешательству для того, чтобы извлечь этот предмет, например, из кишечника. Здоровье в центре внимания. Все вот эти громкие звуки, они неминуемо сказываются на животных и могут проявляться в виде стресса, потому что, как и люди, животные подвержены данному явлению. И после новогодних фейерверков некоторые животные перестают есть, или у них появляются какие-то другие клинические проблемы, на которые вам обязательно стоит обратить внимание и не затягивать с их решением. Поэтому если увидите, что ваше животное тяжело переносит новогодний праздник, а потом на следующий день, например, отказывается от корма, не затягивайте. Чем раньше вы попадете в клинику с данной проблемой, тем быстрее мы ее решим. Как понять, что с вашим животным что-то не так? Ну, в первую очередь, надо за ним внимательно следить, или любой хозяин безошибочно определит какие-то проблемы, связанные с изменением поведения и так далее. Например, если ваша кошка или собака отказывается от еды, у нее появилась рвота, отсутствует стул или, наоборот, диарея, отсутствует мочеиспускание, любой из этих признаков должен вас насторожить и побудить немедленно обратиться в клинику за помощью. Коллектив нашей клиники желает вам и вашим животным здоровья в наступающем году, и чтобы праздники новогодние прошли для вас хорошо и безболезненно. Ветеринарная клиника «Центр» на Цветном бульваре. Весь спектр ветеринарных услуг 24 часа в сутки. Высококлассные врачи, современное техническое оснащение, особое отношение к каждому пациенту. Москва, Цветной бульвар, дом 11, строение 1. Здоровье в центре внимания. Компания «Фармино» – это молодая компания, итальянская, которая за очень короткое время, с 92 года, успела на сегодняшний день наладить свои бренды во всех континентах мира, благодаря качеству своих продуктов. Основное отличие компании «Фармино» – это то, что она продвигает систему питания для плотоядных, так как кошки и собаки являются плотоядных, соответственно, в состав кормов изначально предусматривается адаптированные корма для кошек и собак, которые выражаются в брендах ND, беззерновые, с пониженным содержанием зерна, потому что компания «Фармино» заботится о здоровье животных. Соответственно, это и есть основная идеология по продвижению и, скажем, изготовлению продуктов компании. Качество продуктов на сегодняшний день, если возьмем существующие сегменты премиум, эконом, премиум, супер премиум, холистики, то есть в любом из своих, скажем, сегментов компания «Фармино» старается сделать состав выше, чем все остальные конкурентные продукты по содержанию белки, по содержанию минеральных веществ и витаминов. Я бы хотел пожелать зрителям, чтобы читали состав кормов побольше и выбирали достойные продукты для своих питомцев. Thank you.
кто хочет знать о собаках все. Это программа «Удивительный мир собак». И я, Ольга Угримова, хочу вам рассказать о породе йоркширские терьеры, о замечательных, веселых, находчивых, красивых и жизнерадостных собачках. Ну что ж, порода очень интересная и очень популярная сейчас. А в чем секрет популярности йорков? Почему их так любят? Ну, во-первых, в том, что они небольшого размера, и их всегда можно взять с собой. С ними можно ходить на прогулку, и нужно ходить на прогулку. Но в то же время, если вы заняты или у вас нет такой возможности, они могут погулять дома и сделать свои делишки дома. И еще, в их удивительной шелковой шерсти, которая не линяет, не пахнет, ну и, как говорят, не вызывает аллергии. Ну, эта собака, она маленьких размеров, одна из самых маленьких. Сколько весят взрослые? И какой рост у них? Стандартный вес у йорка максимум должен быть 3 килограмма 175 грамм. Размер, знаете, в стандарте нет ростовых размеров, но, как правило, это 22-25 сантиметров в холке собаки. Но, согласитесь, Ольга, очень удобно такую собачку с собой носить. Да, замечательно, но главное, чтобы ее носили правильно. Чаще всего видишь, что такая собачка находится под мышкой, скажем так, под мышкой у владельца, либо ее носит как плащ, перекинув через руку. Для того, чтобы ваш йорк вырос красивым, ровным, собачку нужно правильно носить. Ее кладут на локоть, на руку, да? Вот так. А не вот так. Ну что ж, прекрасно. А представьте вашу собаку, как ее зовут? Ее зовут мой ангел Дэйна Дилейни. Она молоденькая собачка, ей еще нет 2 лет. И мы вот закрыли юную чемпионку России, сейчас подращиваем шерсть. И заканчиваем, выставки, чтобы получить титул чемпионки России. А давайте на примере вашей собаки покажем стандарт нашим зрителям. Какими должны быть йорки? Пожалуйста, красивый выставочный йорк, красивая ровная, прямая ровная спина с хорошим выходом шеи, достаточные углы передних и задних конечностей, да, высоко посаженный хвост. Некрупные и красивые глаза, да, уши, высоко посаженные уши. Полный комплект зубов. Вот так смотрят зубы на выставке. Пожалуйста. Правильный ножницеобразный прикус. Вот. И шелковая, красивого, хорошего цвета, хорошего окраса шерсть. А давайте, Ольга, о шерсти немножко поподробнее. Я знаю, что она какими-то уникальными свойствами обладает. Уникальное свойство единственное – это шерсть идентична человеческому волосу, и собачка не линяет, не пахнет. Единственное, что да, как вы моете голову, так и собачку нужно регулярно мыть. Для выставочной собаки существует выставочный груминг, для домашней собачки просто регулярное мытье. Расскажите о характерах йорков и вообще, какие они дома в повседневной жизни? Знаете, йорки – удивительные собаки. Если вы заняты, они где-нибудь лягут в уголочек и будут спать. Или будут заниматься своими делами. Но если у вас есть время поиграть, они с удовольствием погоняют мячик. При этом мои йорки, например, вот не боятся воздушных шариков, даже если они выпадутся.
Они с удовольствием поиграют в игрушку. Они с удовольствием попрыгают на диван из дивана. Летом у нас, как правило, открыта дверь на улицу, и мои сеёрки с огромным удовольствием бегают на улицу гулять. Даже зимой каждые 2-3 часа я открываю дверь, собаки с огромным удовольствием выходят на улицу гулять. Йорки очень дружелюбны. Единственное, что йорки не любят шумные игры маленьких детей. Вот это единственное, как бы, есть. Они не обидят ребенка, но в то же время обозначат. И еще йорки очень хорошие сторожа. Как я говорю, мимо наших ворот и друг не пройдет, и враг не проскочит. Потому что йорк обязательно даст знать, за дверью есть люди. А скажите, Ольга, правда, что когда-то в Англии они использовались для ловли мышей? Первый раз как бы обозначена порода в 1886 году, и они выведены были не во дворцах, и не сразу, конечно, с бантиками. Это были просто такие лохматые мочалки, назовем это так. Вот. И выведены они для ловли крыс и обнаружение газа в шахтах. Шахтеры такую маленькую собачку приносили в рукаве своей куртки в шахту. И собаки действительно реагируют на запахи и очень сильно. Ловля крыс. Ну, сегодня мы, не сегодня, в этом году мы поймали мышку-полевку на участке. Здорово. Конкуренты кошек, получается. А вот мне кажется, что йорки еще и конкуренты кошек в таком отношение людей, потому что это маленькая собака, она очень удобная и в какой-то степени заменяет кошку, да? Есть, есть это, я с вами полностью согласна. Они любят сидеть на ручках, они любят, когда их гладят. Они с удовольствием посидят на бархатной какой-нибудь, да и не всегда на бархатной, на шелковой подушке. Они с огромным удовольствием устроятся с вами рядом на диване. Если вы легли спать, и у йорка есть возможность добраться до вашей кровати, он обязательно будет в кровати. А меня еще интересует, почему эта порода, она стала так популярна все-таки? Вот в чем этот секрет? Почему она такая гламурная порода? Знаете, нет, нет, они не гламурные. Они не гламурные. Они умные. Они умные. Вот вы только что-то подумали, а йорк уже знает. Йорки четко знают, если вы куда-то уходите, возьмут их с собой, либо они остаются дома. Они действительно умные. Йорки хитрые. Они могут просчитать логическую цепочку. К сожалению, не играют в шахматы, но с огромным удовольствием играют в любой мяч. А скажите, Ольга, вот считается, что йорки обладают, в общем-то, хорошим здоровьем, и одна из их особенностей – они долго живут. Вот об этом, пожалуйста, это волнует всех. Ну вот моя Эвочка прожила почти 15 лет, к сожалению. К сожалению, только 15 лет. Мне бы, конечно, хотелось больше. Йорк живет долго, если у него есть нагрузка, если он гуляет, если им занимаются. Долго лежа на диване, когда просто покормили и на диван, йорк, конечно, не проживет. Для того, чтобы он жил долго, с ним нужно гулять. Я специально переехала жить в деревнях, и теперь у йорков есть возможность гулять. Thank you.
Ольга, ну еще один персонаж появился у нас в кадре. Это наша... Я не хочу называть это старостью. Это взрослость. Шили почти 10 лет. Она чемпионка нескольких стран. Ее зовут моя Ангела Рио Рита. Она у нас на заслуженном отдыхе. Но при этом она с огромным удовольствием ходит со мной и в гости, и гуляет на улице. Поэтому мы ее специально не стережем. Вот видно, что она не в шерсти в пол, как выставочная собачка. Да? Но в то же время она выходит гулять на улицу, чтобы ей не было холодно. Мы ее, значит, не стрижем. На что я хотела обратить внимание ваше. Йорки рождаются черными, темными, черными. А маленький щенок, вот новорожденный щенок, он похож на миниатюрного ротвейлера. С возрастом йорки светлеют. Собачке около 2 лет. Видите, она темная, с яркой головой. Вот. И вот собачка, которой почти 10 лет. У нее такая же шелковая шерстка, только она с возрастом посветлела. Ольга, скажите, а я знаю, что многие владельцы йорков, они еще очень ценят в этой собаке аспект эстетический. Вот то, что можно их причесывать, можно их как-то вот какие-то аксессуары вводить, одевать. Вот для вас это важно? Ну, для меня это важно меньше всего, но в то же время, пожалуйста, вот на Шиле находит один модный на сегодняшний день аксессуар. Да, ну, это, как правило, просто... Я считаю, что это собачки для тех, кто не доиграл в детстве в куклу. В эту собачку можно играть как в куклу, можно бантики, прищепочки всякие, вот все видно, все красиво. Но в то же время нужно помнить, что это йорк. Это смелый, это собака-компаньон, это смелая и сильная собака. Ольга, а если я попрошу вас эту замечательную породу охарактеризовать 3 словами, какие 3 слова вы подберете? Знаете, 3 словами никогда не получится. Я считаю, что можно охарактеризовать 1 фразой собаки, которые дарят радость. Я хочу сказать всем, что йорки не гламурные диванные куклы, что это серьезная собака, серьезная, уверенная, смелая собака. И если вы заводите из йорка, гуляйте на улице, оденьте его и гуляйте. Я занимаюсь йорками почти 20 лет. В октябре исполнилось 14 лет моему питомнику. Все это время я ни разу не была в поликлинике и ни разу не болела. Хотите жить долго и счастливо? Заводите йорка. Встретимся через неделю. Оставайтесь с нами.